День добрый. Мы с вами находимся в музее военно-воздушных сил Северного флота. Музей находится в поселке Сафоново на территории бывшего аэродрома морской авиации Северного флота, гидроаэродрома. С 1936 года здесь базировался 118-й полк морской и ближней разведки. Музей свою историю начал в 1976 году как комната боевой славы морской авиации Северного флота. И вот уже 9 лет мы являемся Федеральным государственным музеем Министерства обороны. В музее три экспозиции. Первая экспозиция рассказывает о истории морской авиации Северного флота, начиная с 1936 года по наше время. Домик, в котором жила семья Юрия Алексеевича Гагарина. Он был морским летчиком, служил на Севере 2 года. И большой ангар с авиационной техникой времен войны и современной авиационной техникой. А также можно будет посмотреть экспозицию открытую, где собраны современные самолеты, артиллерийские установки, танки и также ракетные системы. Милости просим. По профессии палубный летчик, пролетал на Севере 33 года. Мы вас рады приветствовать в музее военно-воздушные силы Северного флота. Музей мы стали не так давно, нам всего 9 лет, это Федеральный государственный музей. Но свою историю мы ведем с далекого 76-го года в качестве комнаты боевой славы. В свое время было принято решение командующей морской авиации Северного флота сдать единую комнату боевой славы морской авиации Северного флота. 1933 года, и эти часы в рабочем состоянии. Вы их недавно слышали. Ну, есть погрешность по времени, но можно все-таки простить 1933 год. Давайте пройдем к нашему тяжелому несущему крейсеру Кузнецову. Машины у нас базировались в Кирпьяре. На данном этапе этот аэродром у нас два консервирования. Тренажер. Самолет МиГ-21.